что мы уже договорились, что ты уже никуда не пойдешь, что ты останешься дома. Ну, пожалуйста, ну я тебя прошу, ну не уходи, ну останься с нами, ну проведи этот вечер с нами. Я тебя очень прошу, ну пожалуйста, ну не уходи, ну не надо, останься, ну. Почему не спишь? Когда нас щелкают по лбу, по позвоночному столбу, щелчок бежит до самых пяток. Вам даже покажется, что мы ведем похожий образ жизни, но это не так. Я из другого мира, у меня все признаки человеческого существа, плоть, кровь, кожа, волосы, но ни одной четко выраженной эмоции, кроме алчности и отвращения. У меня внутри происходит что-то ужасное, и я не понимаю почему. Ночная жажда крови распространилась и на день. Я одержим смертью, я на грани безумия. Мне кажется, что моя личина душевного равновесия вот-вот спадет. Я одержим смертью, я на грани безумия. Мне кажется, что моя личина душевного равновесия вот-вот спадет. Я одержим смертью, я на грани безумия. Мне кажется, что моя личина душевного равновесия вот-вот спадет. Я одержим смертью, я на грани безумия. Мне кажется, что моя личина душевного равновесия вот-вот спадет. Я одержим смертью, я на грани безумия. Мне кажется, что моя... Все хорошо. Ты уверен? Потом обратно в кольца прядок, над раскрасневшимся лицом, туда-сюда и так кольцом. Каждый маленький рыжий, ответа нет ни в нас, ни выше. Гремит один дрожащий тише. Щелчок.